да и стрим сегодня вечером запущу. А что-то интернета нет. Ну и заехал на то место, откуда как бы он питается своим 220. Сейчас пройдем. Еще издалека заприметил, думаю, что за херня? Во, бляха. Интересно, я туда проползу? А, нет, не проползу, по ходу дела. Да. И тут где-то проходят провода мои. Как бы их не оборвал. А, вон они. Ёперный театр. Что ж произошло-то? Не оборвало случайно. Ёпа-мать. Оборвало. Точно оборвало. Это вот эта вот жлыга, вот эта вот длинная. Тут, по идее, она должна была продолжаться проводами. А проводов нет. Они, походу, сверху сосули упали. И бахнуло. И провода оборвало. Да ёп! Мать. Нихера тут что. Я вообще не представляю, как это наросло. Это размером с два меня. Не знаю, надо. Я, короче, не знаю, что делать. Но вот эту жлыгу как-то надо разбивать, восстанавливать провода, обестачивать. Ё-моё. Что это? Ну, по-любому, вон провода, они оборваны. Вот они, вот два висят провода. Жопин. Стрим хочем? И я хочем. Надо сегодня нажрамтись. Жена приезжает в 3 часа ночи. Завтра уже не даст. Надо как-то выходить из ситуации. Да. Паника. Блин, это же надо, вот прям вот сегодня случилось, а? Ну, ветер что ли? Да, ветер, точно же. Ветер был. Сильно ветер был. Да. Ну что, пацаны, как-то сейчас будете комментировать, писать. На пиво можно скинуться, чтобы я тут не замерз. Я буду восстанавливать. Завтра, конечно, и у Сашки стрим. Я-то пойду. Как на день рождения к нему стримануть, если тоже с пивом. Но охота и сегодня просто сделать свой отдельный. Много чего есть рассказать интересного. Как у меня прошли эти 2 недели. Ну вот такие вот небольшие неприятности. Блин, сейчас еще надо ребенка забрать из садика. Успеть потом сюда возвращаться с фонариком. Тут целая песня. Цельное дело. Ну вы пишите.